Всем привет! Это видео, по сути, является продолжением предыдущего, но тут я постараюсь развернуто ответить на вопросы, что же лучше из оружия в турели помещать и почему. Эту тему в предыдущем видео я решил не освещать, поскольку решил, что ролик и так получится длинным, и вы просто помрете со скуки, пока все досмотрите. Для тех, кто хочет просто увидеть табличку с пушками, перематывайте на концовку, но я уверен, что, увидев таблицу, у вас может возникнуть много вопросов и придется терпеть мой гайд с самого начала. В этом видео будет много объяснений, что, почему да как, и откуда я все это получил, и почему данные, полученные мной, именно такие. Ну а теперь давайте вернемся к основной теме видео, а именно посмотрим на эффективность пушек, которые в турели можно установить, и поразмышляем на тему того, что же лучше и эффективнее в турелях использовать. Я не буду рассказывать о том, сколько раз мне пришлось погибнуть, чтобы собрать все данные, но на все тесты ушло довольно много времени. Итак. Для начала давайте разберемся с наносимым уроном. На примере револьвера я могу сказать, что указанный в меню инвентаря уровень наносимых повреждений от одной пули, равный 35 единицам, справедлив только при попадании в грудь или руку. Попадание по голове увеличивает урон в 2 раза, а выстрел по ногам нанесет 26,2 единицы урона. Причем все это применимо к дистанции до 15 метров. На более длинных расстояниях наносимый урон по противнику падает. Но вот вопрос, куда же попадает турель, ведь на персонаже несколько хитбоксов, при попадании по которым засчитывается разный урон и на который распространяется действие защиты. А ответ тут очень простой, она попадает по вам. Все, никаких дополнительных разделений на руки, ноги, головы при получении повреждений от турелей нет. Повреждение, получаемое игроком от оружия в турелях, не меняется от того, куда турель попала и с какого расстояния она атаковала игрока. Также важно знать, что оружие, установленное в турель, не наносит свой, так скажем, полноценный урон. Например, М39, для которой повреждение по обнаженному торсу с расстояния до 15 метров равняется 50, при установке в турель будет наносить урон, равный 20, что ниже на 60%, но не для всех пушек справедлива такая формула расчета. Вот вам табличка сравнения обычного урона пушки по обнаженному корпусу игрока без штрафа расстояния и урон при установке в турели. В среднем разница составляет 68%, но не для болта и эльки, которые почему-то наносят больше повреждений, будучи установленными в турель. Для первого тестирования я сделал вот такую карту, где построил некий стенд из турелей и ворот, при открывании которых турель стреляла бы по мне. Соответственно, и расстояние от турели до меня я разметил через каждые 5 метров, предварительно построив сетчатую структуру нужного масштаба, учитывая то, что сторона квадратного фундамента равна 3 метрам, ну и дополнительно перепроверил все это проводом и записями в комбат-логе. Дистанция атаки турели на получаемые повреждения не влияет, но влияет на кучность стрельбы. Некоторые типы оружия настолько плохи, что даже на средней дистанции в 15 метров умудряются мазать по стоящему игроку. То есть турель вроде как стреляет, но половина пуль в молоко, особенно отличилась СМГ, от которой много шума, но мало толку. Для подсчета результатов использовались сами записи атаки и информация из комбат-лога. И еще один важный момент. В качестве результата атаки турели я буду считать не смерть персонажа, а вывод его из строя, то есть его перевод в колено-локтевую позицию. На добивание врага турель потратит от 2 до 4 выстрелов, что связано с особенностью механики падения игрока, так что эти попадания мы из уравнения исключаем как побочные. Итак, первый тест, который я провел, был на расстоянии 5 метров. На такой дистанции все пушки попадают по тебе без промаха, и получаемые результаты годятся разве что для подсчета повреждений. В практическом плане они бесполезны, поскольку наткнуться на турель и получить очередь в упор почти невозможно. Так что я решил, что наилучшим выбором будет дистанция в 15 метров. Такие результаты будут максимально приближены к относительно реальному игровому сценарию, когда, к примеру, турель атакует перелезающего через стену игрока или начинает вести огонь после разрушения дверей или стен, за которыми турель стояла. Также, по моему субъективному мнению, наиболее эффективное оружие то, что способно обезвредить цель менее чем за 2 секунды, поэтому лидеров мы еще будем судить по этому показателю, поскольку за 2 секунды после первого попадания у врага есть шанс выйти из зоны действия турели и выжить. Также я исключил из таблицы болтовку и эльку. Стреляют они почти без промаха, наносят за выстрел колоссальные повреждения, так что шансов остаться боеспособным после их попадания почти нет. Ну если только вы не в броне и под чаем на макс хп. А вот пистолеты и револьверы вкупе с автоматическим оружием показали следующие результаты. Первые 3 места делят между собой пулемет М249, Калашников и самодельный пулемет. М249 с его бешеным уроном без малого 30 хп за выстрел и высоким темпом стрельбы срезает врага без брони буквально за полсекунды. Чуть хуже показал себя АК-47 и новый пулик, но все равно результаты впечатляющие.
замыкает список лидеров по скорости истребления противника LR-300, уступив, как ни странно, Питону, правда, на уровне погрешности. После LR-ки расположился новый Глок-17, который, будучи установленным в турель, не стреляет очередями, но темп стрельбы неплохой. После Глока идет у нас МП-5, Беретта и, как ни странно, Пешка, обогнав по эффективности Томпсон и даже Берданку, которая заняла место на самой границе двухсекундного лимита. На фоне всех этих пушек, остальное доступное для размещения в турелях оружие смотрится, откровенно говоря, слабо. СМГ вообще оказалось хуже револьверов и дробовиков на зеленом патроне. Но согласитесь, редко кто будет стоять на месте, когда по нему стреляет турель, поэтому потребовалось провести еще одну серию тестов, так скажем, в динамике. Для этого был построен второй тестовый стенд, на краю которого стояла бы турель, а я, стартуя в 5 метрах от начала зоны ее действия, пробегал бы по воображаемой хорде мимо. Получалось, что я был в зоне работы автоматической турели на различных дистанциях, от 30 до 15 метров, что давало более четкую картину того, как турель наводится и как она попадает по движущейся цели. И тут результаты немного отличаются от первоначального теста, где я не двигался, и именно их я бы считал самыми точными в условиях, приближенных к боевым. Как и ожидалось, голенький мимо болта или эльки пробежать сложно. Турель на снайперской винтовке убивает почти сразу и без шансов. Лишь на больших дистанциях у вас есть небольшая возможность уцелеть. Да, турель на снайперской винтовке тоже может промазать, но шансы невелики. А вот остальное оружие показало себя в динамике иначе. Тройка лидеров осталась неизменной. Питон с М39 поменялись местами, хоть и на уровне погрешности. А вот МП5 сдала свои позиции и улетела куда-то в раздел дробовиков со своими дикими 6 секундами, поделив место с Иокой. Самое удивительное, что Пешка перехватила лидерство у Береты, а последняя, выйдя из двухсекундного лимита, показала себя не с лучшей стороны. Таким образом, у нас образовалась некая группа лидеров из пулемета М249, Калашникова, самодельного ручного пулемета, Питона, М39, ЛРки и Пешки. Ну и, конечно же, Болт и L96, которые стоят особняком, но при этом являются одними из лучших решений для установки в турели, хоть и не самыми дешевыми из списка. Именно с этим оружием мы будем развлекаться дальше, а именно тестировать их с различными типами боеприпасов и навесным оборудованием. Начнем с боеприпасов, пожалуй. Зарядив турель скоростными патронами, вы не увеличите урон по противнику, и на точность турелей этот тип боеприпасов тоже влияния не оказал, так что разницы между обычными и скоростными патронами нет. А вот зажигательные патроны наносят дополнительный урон от огня и с некоторой долей вероятности могут поджечь небольшую область после попадания. Урон от зажигательных патронов примерно на 12% выше, чем от обычных. Пулемет будет наносить по 33 хп за выстрел, а болтовка безумной 114,7. Вот только крафтить такие патроны небюджетно и их стоимость почти вдвое выше, чем обычных, ну по крайней мере по затратам серы. А еще для их изготовления понадобится третий верстак, так что заряжать ими турели с автоматическим оружием внутри может быть дороговато, а вот для снайперских винтовок в самый раз. Разрывные патроны в турель тоже можно зарядить, но целесообразность их использования сомнительна. Расчет повреждений от попадания разрывной пули считается из ее базового урона плюс 5 хп. То есть, если турель с М39 на борту, заряженная обычными 5.56, снимает по 20 хп, то разрывными она будет снимать 25. Причем получаемые повреждения разделяются на урон от пули и от взрыва, что хорошо видно, кстати, в комбат-логе. В случае с болтом урон будет ниже, чем от зажигательного боеприпаса – 107.4 хп за выстрел против 114.7. Но учитывая стоимость крафта разрывных патронов, применять их в автоматических турелях точно не стоит. Давайте теперь про навесное. Оптика и прицелы не влияют на точность и летучесть огня. По крайней мере, я в тестах такого не заметил, а установленный лазер просто добавляет в турель второй лазер. Поставив на оружие фонарь, турель будет красиво освещать область сканирования, но практичности это ей не добавляет. А вот что оказывает влияние на оружие в турелях, это насадки на оружейный ствол и новый модуль из Глока. Из действительно полезных обвесов я бы рассмотрел глушитель и модуль для стрельбы очередями. Последний, как я уже говорил, очередями в турелях не стреляет, но ускоряет темп стрельбы полуавтоматического оружия, как и сказано в спецификациях, на 20% без снижения урона, в отличие от дульного ускорителя, который урон снижает. Если новый модуль скомбинировать с дульным ускорителем, то показатели скорострельности упадут в сравнении с установленным модулем для стрельбы очередью, да еще вдобавок и урон будет ниже. Если новый модуль ускоряет темп стрельбы на 20%, то в комбинации с дульным ускорителем вы ускорите темп лишь на 17%. С новым модулем даже Пешка преображается и показывает вполне достойные результаты.
Хоть новый модуль можно установить в ЛР-300 и пистолеты-пулеметы, работает он в турелях немного иначе, снижая скорострельность. С установленным модулем автоматическое оружие в турелях стреляет странно, и показатели скорострельности становятся хуже. Хотя все это еще могут исправить в следующих обновлениях, но сейчас ситуация именно такая. Ну а глушитель, как и положено глушителю, ценой уменьшения урона на 10% делает выстрелы менее заметными. Так что если ваши турели в кустах с оружием с глушителем, то это делает их более скрытными. Хорошо применимо в ловушках, но при открытом размещении турелей ставить глушитель нет никакого смысла. Подводя итоги всего вышесказанного, нам теперь нужно определить лучшего кандидата на место внутри турели. Логично предположить, что это будет питон. Да, он очень неплох для револьвера. А также его крафт вполне доступен. Всего 3 трубы, пружина и 10 МВК. Правда, вот понадобится второй верстак для этого. Но пешка тоже достойна внимания, и вот почему. Если предположить, что найти ни то, ни другое у вас пока не получилось, но вы уже счастливый обладатель верстака второго уровня, то изучение пешки по ветке обойдется дешевле на 200 скрапа, чем изучение питона. Хоть и для крафта пешки нужен бодик на берданку, падает он довольно часто, так что с изготовлением этого пистолета не должно возникнуть особых проблем. Но если принимать во внимание тот факт, что пешка хоть и дешевле, это все равно 775 скрапа для прохода по верстаку, не считая затрат на изготовление самого верстака. А что, если функционирующая турель вам нужна прямо сейчас? Похоже, что купить и турель, и пушку обойдется нам всего в 800 металлолома. Турель за 400 и М39 за ту же цену у бандитов. Да, потребуется 5-5-6 патроны, но это 125 скрапа, тем более, что к этому времени уж второй верстак-то у вас есть. Так что я бы распределил значимость пушек с учетом доступности на начальном этапе игры следующим образом. Первое место – М39. Готовое, эффективное решение без изучений при наличии второго верстака для крафта боеприпасов. По сути, только затраты на приобретение винтовки у бандитов за 400 скрап. При установке модуля ведения автоматического огня становится крайне эффективным. Второе место – пешка. Недорогой вариант для крафта на втором верстаке, дешевые боеприпасы, большой боезапас в 10 патронов и хорошо сочетается с установленным модулем ведения автоматического огня из нового глока. Третье место – питон. Он дороже пешки, но использует те же дешевые боеприпасы. К сожалению, несмотря на высокий урон, в обойме всего 6 патронов. Промазав по врагу и уйдя на перезарядку, питон теряет эффективность. К тому же на него нельзя установить ни глушитель, ни модуль автоматического огня, что несколько сужает круг его использования. Четвертое место – болт. Высокий урон, крайне эффективен, но низкий темп стрельбы вынуждает ставить в пару к турели с болтом еще одну турель для поддержки. Пятое место – поделят самодельный пулемет и калашников. Очень высокий урон, отличная скорострельность и возможность крафта. Шестое место я отведу L96 и M249. Их ценность в том, что ни скрафтить, ни купить эти пушки нельзя. Они редкие, ну и конечно самые убойные, но вставлять их в турели дело сугубо индивидуальное. У них есть аналоги, которые можно крафтить и в эти самые турели засовывать. Да и любой игрок с пуликом в руках будет значительно эффективнее турели. Ну конечно, если вы играете большим кланом и пулеметов у вас с боеприпасами как у дурака махорки, то милости прошу. Ставьте этого пожирателя патронов в турели, и он пережует и выплюнет всех, кто будет в зоне действия оборонительных сооружений. А что до L96, ей лучше пользоваться самому. Турелям все равно, что за снайперская винтовка стоит внутри, болт или элька. Ну а на этом у меня все. Надеюсь, это видео было полезно, ну или по крайней мере познавательно. С вами был Альфа, всем спасибо за просмотр, всем пока.